26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией. Эту дату уже больше 15 лет отмечают и в Североказахстанской области, а именно проводят акцию «Молодежь против наркотиков». В этот раз ее организовали под открытым небом. Сын этой женщины – наркоман. По понятным причинам мы не можем показать ее лица. Рассматривая его детские фотографии в телефоне, мама не сдерживает слез. Она долго не могла поверить в то, что это случилось с ее ребенком. Наркотики могут не только навредить здоровью, но и лишить жизни. Факт всем известный, но почему-то некоторых это не останавливает. Чтобы не поддаться слабости и искушению, нужно иметь крепкий дух и сильную волю. То, что с ним происходит, это было страшно. Он одежду всю разорвал на себе, он искал хотя бы остатки от солей. Это короткометражка об истории одной реальной семьи. Женщина откровенно рассказывает о своем сыне, который пошел не по тому пути. Он подсел на синтетические наркотики. Наркотики – зло, они разрушают человека, меняют его внешне и внутренне. Такие мероприятия, как это, очень важны для молодежи. 26 июня – Всемирный день борьбы с наркотиками. Ежегодно в этот день полицейские, сотрудники спеццентра и психологи проводят акцию среди молодежи. Каждый раз стараются сделать ее интересной, чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме. На центральной площади зажигали местные артисты, а любой желающий мог сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. Данная дата была утверждена в 1987 году на решением Организации Объединенных Наций, о чем свидетельствует, что данная проблема наркомании еще, то есть, зарождалась еще в прошлом веке. Данная акция проводится с целью привлечения больше общественности, молодежи, с целью профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков. В настоящее время также на постоянной основе проводится модернизация нормативно-правовых актов, что позволяет своевременно бороться с проблемой наркомании, с наркосбытчиками. Акция «Молодежь против наркотиков» проводится уже 15 лет. Дарья Пышмынцева, Маржан Касымбек, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.